Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о новом обновлении iOS 14.2.1. Будет минорное обновление, которое случится на этой неделе. Точно вам не скажу, это будет четверг или пятница. Какие здесь обновления будут? Мы сейчас столкнулись на iOS 14.2 и ранее с понижением качества фото и видео. То есть появились какие-то шумы, какие-то дефекты, у каждого свое. Точно то же самое в редакторе фото-видео, понижение качества. Хоть в энергосберегающем режиме, хоть в нормальном режиме. То есть на это никак не влияет. Точно так же люди столкнулись, как и я, с быстрым разрядом батареи. У кого-то нет, опять же, здесь разная ситуация. Либо от батареи зависит, либо еще от чего. Тут никто не поймешь, но... Мы все прекрасно знаем, что это все в программном коде, точно так же, как все те фишки, которые есть у нас в новых iPhone, могут завести нам, в принципе, на наши более старые модели и как бы пользоваться полноценно. Но это все маркетинговый ход, нам не по этой теме. Все же, эти обновления должны быть, это будет именно конкретно в этой, в 14.3 совершенно другая стезя будет, там свои будут новшества, обновления, а именно фикс баг по разряду, по качеству фото-видео обработки и снятию. Будет в этой iOS. Поэтому ожидайте, подписывайтесь на канал, смотрите за моими новостями. Не пропускайте, нажмите колокольчик, чтобы вы были в курсе о всех новостях, которые выходят на моем канале. Всем пока!